Всем привет, с вами канал Art Mania. Коди стоит этот по 30-35 рублей. Чай зато есть за 20. Все просто. Оплатите напиток, количество сахара, выберите напиток. Сначала оплатите, потом выберите. Получите напиток и заберите сдачу. Привет, Женька. Здрасте. Ну, помаши ручкой. Че ты на меня-то идешь? О, ворона сидит, смотрит за голубями, которые кушают. Отсюда хорошо повисло. Поезд отправляется с 6-го пути. Желает вам счастливого пути. Поезд отправляется с 6-го пути. Желает вам счастливого пути. Ты на эту тему сочинил анекдот. Давай. Да ну, значит, не буду. Ну почему? На память ведь останется. Потом Дима смотреть будет. Давай. Один ходил, второй раз с Илюхой ходил. Ну там только церковь интересная, так сказать. Домишки такие узлов. А вон я еще ходил, вон это депо снимал. Что ты ешь? Я снимаю. Пицца. Всем привет! С вами канал Art Mania. И мы гуляем по Отрадному. Идем по улочке. Мы ходили в пиццерию сегодня. Сегодня у нас с Женькой праздник. Жень, какой праздник у нас сегодня? Ну ты на камеру хоть говори, ты, господи, что ж ты отвернулся-то? А, ну давай, давай, сморкайся. Сморкайся. Ну куда ты ушел-то? Б. Какой сегодня праздник у нас? День нашей встречи. День нашей встречи сегодня. 9 лет. Уже 9 лет. Как быстро время летит. Такие качели проходят. Я уже тебя знаю целых 9 лет. В прошлом году еще было 8 мы снимали. Как мы здесь гуляли. А в этом году уже 9. А в следующем году будет 10, да, Жень? Да. Уже 10. Как время летит. И ты все такой же, так и не поменялся. Зато я тебя уже лучше знаю. Ой, господи. Кто там? А, вон она. Да, здесь собачки. Какой забор, интересно, смотри. Разноцветный такой. Давай тут большие какие двухэтажки. Коттедж. Коттедж. Большой. Шикарный. Там тут. А, домик собачки. Домик собачки. Комара. А здесь вон коттедж большой. Товарняк на заднем фоне. Где-то там сбоку несется. Так далеко и слышно поезда. Далеко слышно, кого да. Рядом совсем жить, когда какая, смотрите, у них
О, это окно большое. Там лестница, наверное. Даже фонарики висят. Тут тоже коттедж, но уже... Если его, кстати, обделать так же, кирпичик этот спрятать, он будет красиво смотреться. Ну, тоже, наверное, считается коттеджем, да? Кипариса. Ну да, считается большой, значит, коттедж. Здесь вон два одинаковых они, кстати, почти. Балкончики. Такая улочка здесь. А, слушай, там же эконом, красиво. Эконом может ходить еще. А что в экономе? Я не знаю, что там ходит. Ты же будешь ходить все по магазину. Там эконом, атмосфера. Пока туда-сюда можно. В фикс-прайсе встретиться. Ты как-нибудь пойдешь, договоримся. А что там в экономе-то, я не могу понять. Ну, копейка, эконом, я не знаю, что там. Ты не знаешь, я не знаю, Жень. Магазин. Помнишь, там игрушки продавали. Собачка нас встречает. Красивая, смотри. Чего? Здрасте. Чего? Здрасте. Ой, она мне поцеловала руку. Красивая, маленькая, молоденькая. Наверное. На волка похожа маленького, да? Идешь, и тебя так собака сзади подбегает и руку целует. А, слушай, а там садик. Здесь, кстати, в Отрадном очень красивые садики. Они остались как 80-х годов. Нет, ну такие снаружи не отремонтированы. Подойдем поближе. Давай, поближе. И они такие большие, красивые. Сейчас я упаду. Большие, красивые. Ой, собачка с нами, уже нос белый. Собаки. Так нам вечно собаки прибиваются. Собаки. А, компания с тобой. Правильно будет так, да? Да, собачка. Я хотела бы как-то. Ага. Она думала, мы ушли. Покушать ей не дали. Она с нами бегала, там, поля. Мы еще ее фоткали. Да мне, кстати, с детства тоже собаки вечно. Компанию составляли. Гулять выходишь, никого нету, пока там все выйдут, увидят себя, что ты гуляешь. А собачками палочку, бутылочку мы играли с собачками. Тоже другая история. Ой, как красиво. Здесь там какие. Такой он. Красивый. Покрасили? О, садик с этой стороны какой красивый. Елочка. А сколько окон много. Я представляю, как там светло в садике. Красиво. Все с советских времен осталось. Такое это, я думаю, многим напомнит детство. Садик. Здесь прям сразу пятиэтажечка. Собачка уже ушла куда-то. По своим делам, наверное. Зашла в Магнит, магазин, здесь такие фарфоровые слоники, красивые очень, но именно вот этот внутри не очень, а стоит 1000 рублей почти, стоили 1500. И также здесь есть вот такой вот слоник, хотя написано, что это мышка. Не знаю, где там мышка, где они ее там увидели. О, а по камере видно. Жень, ты меня куда-то привел. Говорит, светофор здесь находится. Светофор. Нам-то уже ничего не видно, а через камеру прям хорошо видно. Тут какие-то вон построения. Сейчас я чувствую, собаки нас разорвут. Ну, если вы смотрите этот ролик, значит, все хорошо. А?
Ну вот там написано. А, написано. Я сейчас упаду, Жень. Ты хочешь, чтобы я упала, да? Ну вот. Это не вход его? Ты мне... На такси мы ехали сегодня. Ты мне что-то говоришь, надо обойти. Он не здесь находится. С той стороны. А с тобой дорога хорошая, разведка. Теперь можно из эконома сразу. Светофор попасть. Вот так. Ну, я и говорю светофор. Сказал, сюда сразу, сюда пойдем, мне... а ты мне говоришь, надо обойти. Куда меня привез, такой огромный. Я только воду возьму, чтобы ничего не нашел. 12 рублей стоит грех взять. Какая, покажи воду. Пойду расплачусь, наверное. Ну, да, подожди меня. Что-то вроде. Да что ты... Ну, то есть я тамечку взять, а дорогу включается.